Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить нашего чемпиона. Это по-прежнему песочница боксера. Мы с вами отправляемся сегодня на первый бой. У нас до боя осталось совершенно чуть-чуть. Мы в той серии поели у Майка, посмотрели, что да как тут все началось. Ну что ж, отправляемся на бой. У нас доступно два перка только. Наш первый бой, удар ногой и уворот. Поставим в первом бою так. Поехали. Будем надеяться, что мы его победим. В принципе, по показателям мы его лучше. У него жизни меньше, чем у нас. Вот, но у него удар рукой и блок. А у нас удар ногой и уворот. В принципе, мы должны победить. Я думаю, по крайней мере, что мы пока побеждаем в первом раунде. Смотрите, у него жизни меньше. Хорошо, вернулся. Давай, 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 давай. Мы почти победили, почти. Я думаю, нужно так и оставить все. В принципе, менять-то и нечего пока что. Вот, и должны его победить, этого лысого. Не лысый, иди пописай, да? Давай, Рокки, мочи его. Когда-нибудь мы, может быть, и чемпионом, ребята, станем. Но все зависит, я повторяю, что от вас, как и говорил в той серии. Если вы будете голосовать, ставить лайки, комментировать, смотреть, рекомендовать это друзьям, то мы будем продолжать это. Вообще, очень интересная песочница, офигительная, я бы сказал. Так, у меня ничего нету, как печально. Тактика у меня пока одна, нейтральная. Я думаю, мы его сейчас должны завалить. Я уже третий раунд пошел у нас. Всего 10 раундов, кстати, здесь. Не знаю, что нужно сделать, чтобы продержаться 10 раундов. Вот какие тяжеловесы должны быть. О, еще чуть-чуть, все, упал. Но бывает, что, кстати, встают. Я уже такое видел. В третьем раунде, да, мы одержали победу. Смотрите, победа, награда. 60 улыбочек. Это наше настроение, если что. Влияет на эффективность всех тренировок и активности. Надо, кстати, запомнить, что она на это влияет. Тут очень много сейчас будем еще разбираться, потому что я здесь абсолютный нуб. Так, ну вот главное, что мы получили 3 навыка, сейчас мы их будем распределять. Ну и жизни, кстати. Жизни очень сложно восстанавливать, оно путем едой восстанавливается или времени. Вот, можно получить травму. А травмы здесь очень плохо, они уменьшают там тренировки, удары и так далее, и тому подобное. Итак, ты получил достаточно очков умений, чтобы открыть новую способность или перк. Это сейчас мы будем делать. Вот здесь древо умений. Так, чтобы, ребята, взять? Удар рукой или блок? Блок или удар рукой? У меня 3 всего очка, и у меня есть... Давайте блок возьмем. Блок, видите, чтобы следующий уже 2. То есть с каждым разом, как я буду брать перки, то есть с каждым разом они будут, ребята, дорожать. Это очень, на самом деле, опасно, потому что нужно продумывать свои дальнейшие шаги. Ну, я буду делать все, знаете, так... Как, так сказать, как в первый раз, я буду все делать не по гайдам, а просто так. Давайте возьмем следующую тактику. Вот, следующий, видите, уже 3. То есть, если я возьму за 3, следующий будет любой скилл за 4. То есть, я, например, этот за 3 беру, все остальные вот эти будут стоить 4. Вот, вот так вот. Ну, за крутые бои мы будем круто получать. Так, у нас $1. Так, у нас есть, смотрите, мы подрались, и мы на одно место, у нас 39 очков в лиге, новичков, кстати, повторяю, что мы в лиге новичков еще. Вот, мы пока на предпоследнем месте, задача выйти на первое место и выйти из лиги новичков, и уже там в юниор, или там, я не знаю, какая там следующая лига, записаться, стать намного круче чуваком. В общем, мы победили, а следующий чувак, смотрите, у него 2 силы, 2... выносливости, но 4 перка. То есть это для нас уже довольно серьезный соперник. Матчи, которые прошли, можно посмотреть. Мы победили Сонга Мо какого-то, да? Вот. Вот этот парень, который всех карает просто. Смотрите, у него всего 2 силы, зато 9 ловкости. Он там вообще как глиста на ринге, наверное, скачет. Так, у нас все по 2. Я предлагаю... Так, у нас доллар, надо заработать денег. У нас еды много, качаться можно, но придется мне отправиться на работу, чтобы заработать бабла. Продолжаем работать. Ну, на работе мы тоже качаемся, почему бы и нет, да? Вкалываем.
Так, ты не можешь, ты устал. У нас усталость. Это значит, мне отправляемся в магазин продуктов, да? Надо закупиться едой. Я смотрю, ты любишь пиццу. У меня есть друг, владелец пиццерии. Загляни к нему, у него может быть какая-то работа. Отлично. Любитель пиццы. Вкусно, я смотрю, тебе она понравилась. Но лучше бы ты ел более здоровую пищу. Спасибо, работает всегда хорошо. Встретиться с Кейси. Кейси. Сходи в кафе неподалеку, спроси Кейси о работе. Окей, но сначала мне нужно... Так, кусок мяса. Много еды дает. Да, мы берем кусок мяса за двадцатку. Два куска мяса за двадцатку и один кусок замороженной пиццы. Еще у нас $2 остается. Ну, блин, я потренироваться тогда. У меня куча еды, но... тренировки пропущу. Ладно. Нужно отправиться. У нас, видите, новое место появилось в пиццерии. Мы отправляемся в пиццерию. И тут сразу... Это самое. Пасхалка к фильму «Криминальное чтиво». Вот оно здесь сидит. Это вот этот чернокожий Сэмюэл Л. Джексон, по-моему, у него. И второго забыл актера. Это к ним отсылка. Вот. Посмотрите на это. Ну, это очень круто, блин, это реально очень офигительно. Отсылки здесь просто офигительно. Это еще не все, их будет очень много, ребята. Игра просто напичкана отсылками. И «Черепашки-ниндзя» здесь есть отсылка. И будет. Привет. Апу сказал, что у тебя может быть какая-то работа для меня. Меня зовут Кейси, мне нужен доставщик пиццы. Так, мы встретились. Ты встретился с Кейси, когда-то он был моряком, а сейчас может стать твоим работодателем. Мне кажется, он опасен. Может, это тоже какая-то отсылка, но я даже не помню и не знаю, к чему это. Так, мне нужно восстановить энергию, отправиться домой. О, телефон звонит, ничего себе. Алло. Привет, я смотрю, ну начал драться, это отлично. Я оставил на столе свой старый самоучитель, надеюсь, пригодится. Спасибо, Фрэнк. Давайте почитаем. Как правильно тренироваться? Не пытайтесь достичь высоких значений во всех трех характеристиках. Выберите свой путь и строй свое тело, базируясь на одной основной составляющей. То есть, либо сила, либо выносливость, либо ловкость. Здесь там об этом, собственно, говорится, что и что. Так, тренируйся. Большая сила наносит больше повреждений, но также требует много энергии на каждый удар. Так что не забывай качать выносливость, чтобы увеличивать регенерацию энергии в бою. Выбирай удары, которые хорошо масштабируются от силы, но не требуют много ловкости. То есть все на всем взаимосвязано. Удары ногами, ворота и прочие удары, требующие ловкости, будут неэффективны. Ага. Ага, школа боевых искусств, которая подходит больше всего путь медведя. Советует путь медведя брать. А, нет, это была сила, вот это про ловкость, вот это про выносливость. Вот, допустим, если сила, что мне нужно? Путь медведя, да? Значит, тут удар кулаками, ставить блоки. Вот так вот надо. Да, попробуем. Так, ты видишь, выбор ударов очень важен. Всегда пытайся научиться новому приему, тренируйся с тренером и уделяй много времени выбору правильной стратегии перед боем. Выучи скиллов, характеристики. Не повышай характеристики только ради больших чисел. Кстати, я так постоянно часто делаю. Прокачивайся с умом только тогда, когда это действительно необходимо. Конец. Дерись с удовольствием. Окей, мне нужно восстановить энергию. Восстанавливаю энергию. Так, день третий закончился. Записаться на бой. Надо записаться, да. Через 2 дня бой. Восстанавливаем, продолжаем энергию. И почему-то у меня характеристики, кстати, упали. Были 2. Видимо, за что-то... После боя, что ли, или что-то происходит, то персонажа уменьшаются характеристики, их нужно держаться. Видимо, каждый день придется тренироваться. Так, сразу много еды восстановим. На полную, да, у нас 2 бакса, я предлагаю отправиться вот сюда. Сразу получить баксы.
Так. У нас еще есть вторая работа в пиццерии. Отправляемся туда, попробуем там еще попробовать. Ну все про все у нас еще 2 дня. Так, заказать пиццу, как дела, Кейси? Куда он уедет, на Кипр? Тогда оставить пиццу. Здесь вот такая вот работа, но здесь почему-то $30 платит. Но походу быстрее здесь деньги зарабатываются, наверное. Фиг узнает. Так, отлично, мне столько денег пока хватит. 4 дня прошло, завтра бой. У меня энергии на нуле. Эти двое тут все сидят. Так, мне тогда нужно сначала восстановить энергии. Да, сначала восстановим энергии, поспим, черт возьми. А потом... Черт, он спит много времени, кстати, это отнимает. Ну, так и должно быть, кстати. Так, вот столько мне энергии хватит. И теперь мне нужно качаться. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. У меня же есть деньги, теперь я могу оплатить, к примеру, с лапами спарринг. Интересно, чем отличается спарринг от лап. Ладно, сначала мы качаемся. Ну, я думаю, столько пока скиллов мне хватит. Вот, я потом, собственно, буду скиллы качать. Сначала я характеристики разовью. Так, на 2 качну теперь. Побегаем на дорожке. Дорожка прибавляет ловкость или что это такое. Да, выносливость. Выносливость. Энергию там восстанавливает. Поприседаем со штангой. Штанга прибавляет, по-моему, все 3, да? Рандомно. Да, как-то она рандомно. А по груши? Груши вроде бы тоже рандомно все прибавляет. Полупим грушу. Так, сегодня у нас бой. Но перед боем я предлагаю еще потренироваться. Все, по 2 стало. Все, он хочет есть. Кстати, в зале же мы можем вот так вот есть. В зале, кстати, еда дорогая. Смотри, 14 баксов. 10 всего устанавливают, а стоит 15-ку. Протеиновый батончик. Нет, я предлагаю сначала отправиться. Сколько у меня еще времени? Еще, по-моему, куча, да, времени на этот день, так что я успею еды еще купить перед боем. Блин, это все деньги. Что у тебя есть? Зайдет и меня держишь, гони остальное. Эй, на что уставился? Ага, можно с ним подраться. А как с ним подраться? Да вот думаю, как бы звучал твой голос. Не доставай, у тебя ни передних зубов. Ну, давай вот так попробуем. Отлично, самое время поразмяться. Перед боем-то самое оно, да? Ого, у него ловкость 5. И чё? Так, у меня есть блок. Давайте в ворот плюс. Так, оставим, посмотрим первый. У него еще там какой-то... Это, пассивка есть. Я надеюсь, мы его победим. Ух ты, прощак у меня прописал. Давай, Рокки, тащи. Блин, что-то он тащит как-то, смотрите. Надо тактику менять, походу. Хотя, не, вроде мы его... валим. Надо будет поставить удар рукой и блок, наверное. А ну, давайте попробуем это уберем, поставим. Где тут блок и... А удар рукой нету. Ну, поставим удар ногой тогда. Давай. О, на тебе в щеку с ноги. Все, мимо. Отлично, блок спасает. Не, надо, блин, удар рукой вкачать, короче. Это жуть прям. Ну, с ноги, конечно, лупит, но промахивается, да, часто. Надо ловкость качать. Так, я пока вроде бы на ногах. Это сейчас будет 3-й раунд. Давай блок уберем. Ловкость. Ловкость, где ловкость? Это ловкость, да? Это же ловкость. Сейчас посмотрим. Вот так вот. Так вот, так вот самое оптимальное пока, по-моему, что у меня есть. Тащим пока за счет характеристик, за счет скиллов пока не тащим. Еще чуть-чуть. Давай, давай, Рокки, Рокки, Рокки. 24, 2, 35. Он должен его втащить.
Нормально, перед боем устроили бой такой, да, вообще? С бандюгой в магазине. Так, еще чуть-чуть надо его завалить. У него 3-4 энергии. По энергии-то я нормально тащу. Блин, третьего перка сюда не хватает вставить. Ладно, поехали. На, в щеку. 15, у него уже 13. О, хорош, хорош, с ноги ему так вообще. Давай, 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 еще чуть-чуть. Ой-ой, что-то он разошелся. Ну, в ногой попади. Давай. Давай, с ноги ему. Вот, от, хорош, 6, 4. 1, нечестно так, у него 1. Ладно, будем надеяться. А если мы поменяем наоборот, сначала поставим блок, ворот точнее. А потом с ноги. Ух, хорош вырубил. Победа. Фу, чуть не проиграли. В пятом раунде положили. Предотвращение преступлений. Твои первые победы над преступниками. Я горжусь тобой. Видимо, еще преступники будут. Спасибо, спасибо. Ты просто силач. Ну, это, наверное, отсылка. Апу был в Симпсонах. Из Симпсонов, скорее всего. Так. Зачем мы сюда пришли? Я даже забыл. А, за едой. Берем мясо, мясо и вот этого, и $23 остается, да. Так, сколько у меня показателей? Надо поесть. Отправляемся домой. Идем в холодильник. Съедаем вот это, вот это. Идем в гараж отжиматься. Тут здесь, по-моему, тоже неплохо так качается он. Наверное, на тренажерах все-таки купленных, там все быстрее идет, фиг его знает. Особое внимание нужно заметить, что у игры нету уровня сложности. То есть как все пойдет, так все пойдет. И неплохо, кстати, показатели прибавляются на этом коврике-то. Смотрите. Сейчас троечку где-нибудь разовьем. Ну, по чуть-чуть, видите, уже прибавляет. Походу, чем дольше ты отжимаешься, тем меньше он дает, наверное, как так работает. Кстати, белка с кунстом. Так, пора на бой. Пора на бой. Так, нога у ворот, да, поехали. Блин, а вот он крутой какой-то чувак. У него 89 жизней. У меня вот жизни побольше, конечно. Но вот скиллов у меня поменьше. Будем надеяться, что мы... Первый раунд мы тащим, тащим. Ничего себе, два раза в щак у меня. Три в щаку прописал. У него удар сильнее, чем у меня. Будем надеяться, что... Мы победим, конечно. На тебе в щаку. Отлично, вернулся. В щаку все равно получил. На двоечку. Ну, по жизням, по крайней мере, мы потом в конце мне прописал неплохо. Так, ну, менять ничего не стоит. У него две же эти самые. У меня выносливости больше, конечно. Ловкости также. Вот если бы я ловкость побольше вкачал, то чем дольше, ну, больше ловкость, наверное, качаешь, тем он точнее бьет. Как-то так это должно работать. 52. Я думаю, затащим. Я думаю, затащим его. Должны, по крайней мере. Блин, все мимо. Ну, ух ты, и он мимо. Вот это эпик. На нафиг. Он... Я больше него трачу энергии, смотрите. Давай, еще на. Отлично, еще так же оставляем. На нафиг. Ух. По щам прописывает. Ой, хорошо. 19, у него 19. Отлично идет, отлично. Что-то он как-то разошелся под конец. Я думаю, затащим. Должны, по крайней мере. Ой, последним ударом попал. Ворот сработал, отлично. Идем дальше. Последний, четвертый раунд. 3 жизни, 1 удар. Ну... Да, победа. Так, 4 очка получили. Минус 40 жизни, это очень много. Так, надо что-то прокачать. Удар на рукой. Хай-кик. Хай-панч. Панч. Удар носит большое повреждение, затрачивает большую энергию, чем обычный удар рукой. Лоу-кик. Прием наносит умеренный урон, при этом временно сокращает ловкость и выносливость противника. Может быть, вот это скачать. Чё вкачать? Простой удар, не затрачивай много энергии. Ну, вот это вообще, наверное, бесполезный.
Зачем это мне нужен? У меня пока энергии дофига, она у меня особо не тратится. Я больше 5 раундов, наверное, уже еще пока не простою. Хайпанч, лоу-кик, я думаю, нужно вкачать, да? Эти пока я же не могу качать. Чтобы их вкачать, мне нужно аж дойти... Где это? Вот до суда, это еще не скоро будет. Давайте лоу-кик. Это будет полезней. Еще одно очко. Так, пропуск атак. Умение увеличивать шанс на пропуск персонажа. Следующую фазу атак для, для регенерации части энергии. Вот это круто. Надо вот это вот будет активное умение тоже качать. У меня уже получается. Это самое очень много. Так, ну что? Записаться на следующее, да? Через 3 дня будет. Мы уже, получается, в списке уже... Вон на каком месте. Рой Джонсон, вот этот Джексон. Он, смотрите, проиграл. У него какой-то перк есть. Деморализующий жест. Весь урон, наносимый противником, снижен на 20%. Ничего себе. Какой он. Сложный следующий соперник у нас будет, ребятки. У него лоу-кик есть. Апперкот. Но он какой-то развитый, короче. У него 4 силы. 3 уносливости. Мне надо силу качать, наверное. Я даже не знаю, что мне качать, короче. Я схожу в тренажерку, у меня еды нормально, энергии нормально. Дружище, говорит, не подстрахуешь. Подстрахуем, чё? Чё, проблем, что ли? Давай, говорит. Давай, братюнь, тебе подстрахую, чё. Хоба, гонолис, раз, двес, трис, четыре. Пятый не пошел. Ладно, братюнь, все хорош тебя, короче. Спасибо, я видел, как ты тренируешься. Должно быть, ты неплохой боец. Ага, я люблю помахать кулаками. Тогда тебе должно быть интересно. Я знаю секретное место за рекой в заброшенном складе. Ты что-нибудь слышал о подпольных боях? Первый раз слышу. Если тебе нужны деньги, посети это место. Подпольные бои. Ну, подпольные бои — это очень стрёмно. Но будь осторожен, там серьезные ребята, ты легко можешь получить травму. Да, там... Поражение — это означает там какая-нибудь травма, а травма — это как дебафы, например, если руку сломаем там или голову отобьем. Это на несколько дней и выбывание из официальных боев, и вообще жесткие сложные тренировки, ну и так далее. Так, мне надо поднять ловкость. На чем? Давай я железо потягаю. Давай, ладно, здесь потягаем, а не сила. Стопэ. Сил мне пока не надо. Я вот здесь грушу побьем. А, пошла, пошла жара. Хорош, хорош, мочи эту грушу. Мочи ее полностью, слева бей двоечку. Блин, у меня как-то характеристики все равно все одновременно качаются. Странно это все. Ладно, побьем. Так, конец шестого дня. Бой через 2 дня. Я прокачал больше всего синенькой. Это ловкость, по-моему, да? Продолжаем грушу лупить. Вот здесь она качается. Ладно, надо поднять ловкость. А ловкость увеличивает, влияет на вашу точность, шанс уклонения. Вот это круто, надо ловкость качать. Потом, наверное, силу качать. А вот выносливость, наверное, третьим надо будет подкачивать. Надо бы хоть запомнить, какие... Что качают-то, то 4 уже, это очень круто. Хоп-хоп-хоп, с левой, с правой. Все, говорит, хочу есть, а чтобы, ладно, я думаю, на сегодня прокачки хватит. Отправляемся. Не, заброшенный склад не отправимся, отправимся домой. О, телефон. Алло? Привет, малец, я надеюсь, ты не распыляешься на все подряд, надо держать фокус на чем-то одном. Ты имеешь в виду, что я не должен стать лучшим во всем? Ты можешь попробовать, но тебе надо работать, есть, спать. Не представляю, как тебе все успеть. Ясно, я тебя понял. Я должен сфокусироваться на своих сильных характеристиках. Ну, в общем, игра нам намекает, что типа не качайте все подряд. Вот, но пока у нас пока выходит так, что мы качаем все подряд. Вот, что я сюда пришел. Я сюда пришел за жрачкой. Сожрем всю жрачку и ляжем спать.
Энергии очень много еды, я смотрю, отнимает. Прям вообще колоссально. Но перед боем, походу, должны быть все характеристики хотя бы на середину, чтобы мы там нормально были. Потому что заметили, что каждые бои у нас жизни в бою по-разному. Как бы нам дают жизни по-разному. Это от характеристик, видимо, зависит. Что ж, увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем до скорых встреч.